важный, значимый, и мы сейчас начнем его наблюдать, прослушав гимны Российской Федерации Республики Словакия. В сленге это называется троллинг 91 уровня, ну потому что гимн Советского Союза, я не знаю, может быть сейчас прозвучит гимн Российской Федерации, но это момент, который будет обсуждаться и сегодня вечером, и завтра, и улыбка Сергея Конькова очень показательна, хотя, честно признаюсь, лично мне очень понравилось гимн Советского Союза, Российской Федерации, дайте, пожалуйста, пленочку в студию.